Всем привет! Сегодня мы достанем наконец-таки последний предмет из ивента. Это будет арбалет. Возвращаемся на карту Hello's Eve и бежим в чудный дом нашего доктора. А оттуда бежим уже к синему телепорту. Берем квест у Сэнди и ищем для нее 4 склянки. Эти микстуры или склянки выглядят вот таким вот образом. Собрав 4 склянки, возвращаемся к нашей Сэнди. Сдав ей квест, ищем, кому еще нужно помочь. Для Каспера же нам необходимо поймать несколько чучел. Больше всего их водится в центре города. Словили 6 чучел, возвращаемся к Касперу. После него бежим в склеп. Чтобы мы могли продолжить путь, нам необходимо нажать вот на этот черепок. В этой комнате вводим следующий код. Этот код можно было найти в самом склепе, пока мы бежали до этого места. Забираем вот эту вот урну с прахом и выходим отсюда. Теперь бежим к избушке на курьих ножках. После того, как мы сбежали от бабы Яги, а может это и не Яга была, а европейская ведьма, неважно, в общем, мы от нее сбежали, теперь возвращаемся в дом нашего доктора и ищем зеленый портал. Берем квест у Каролайн и отправляемся на поиски ее медальона. Бежим к Кевину, берем у него задание и ищем для него сборник рассказов. Жмем на эту желтую выпирающую книжку, и для нас выдвигается платформа.
в коем случае не попадайтесь на глаза этим призракам, иначе они вас нокаутируют. Забираем отсюда книжечку с рассказами, руки в ноги и бежим. Теперь бежим к Эдварду и по его просьбе ищем кольцо. Будьте внимательны, рыцари лучше обходить стороной. Жмем вот на эту статуэтку, которая стоит у нас на столе. В открывшемся тайнике забираем кольцо и бежим к Эдварду обратно. После Эдварда бежим в портал и делаем там ресет. Мы снова оказались с вами в доме доктора, но на этот раз нам необходимо найти оранжевый портал. Просит нас защитить его конфеты от зомби. После разговора с Билли прыгаем в портал и возвращаемся в комнату доктора. Вернувшись в комнату, мы узнаем, что здесь открылась потайная дверь. Спускаемся в нее. Мы пробрались с вами в лабораторию доктора. Здесь он проводит свои испытания и страшные эксперименты. Ну, в данный момент в эксперименте мы не можем поучаствовать, поэтому ждем своей очереди. С боссом все довольно просто. Уворачиваемся от атак Франкенштейна, по очереди отключаем электроустановки, а потом просто делаем ноги от этого монстрюгана.
Вот, ребята, наконец-таки мы добрались до нашего арбалета. Нас поздравили, что мы убежали от этого монстрюгана, дали ачивку, дали арбалет. И теперь можно спокойно передохнуть. Хэллоуинский ивент пройден. Я вас поздравляю. Если вы собрали все вещи Хэллоуина, то в конце праздника вы получите гранд-приз. Это маска зомби с цилиндром. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Если вам это видео было полезно и вы очень хотели получить арбалет, но не знали как, то с вас лайк, подписочка, если вы еще не подписаны, пожалуйста, оставьте комментарий. Ну а я с вами прощаюсь. Всем огромной удачи и пока-пока.